Все эти пары прожили вместе не менее четверти века. В честь Дня семьи, любви и верности в Самарском теремке чествовали семейные пары. У них есть чему поучиться. Говорят, залог семейного счастья в понимании и гармонии. В России с 2008 года отмечают День семьи, любви и верности. Привлечь внимание к семье как хранилищу духовно-нравственных ценностей – основная задача праздника. Он приурочен ко дню памяти живших в 13 веке святых Петра и Февронии. Согласно житию, они прожили счастливо и умерли в один день, 8 июля. Счастливые семьи свое счастье как стараются иногда даже очень тихо, не очень афишировать его, вот это счастье. И я обращаюсь ко всем нашим семьям, делитесь с нами радостью.